Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители! Я приветствую всех на канале Есть Поесть. Сегодня готовлю теплый салат. Конечно, он хорош и в холодном виде, но лично мне больше нравится в теплом. Салат получается очень вкусным, ароматным и сочным. Его можно приготовить и к обычному ужину, и подать на праздничный стол. И ваши гости обязательно оценят это блюдо. В первую очередь мне нужно замариновать 2 филе куриной грудки. Посолю, добавлю немного хмели-сунели, можно взять в принципе любые специи. Для маринада я буду использовать гранатовый соус и кунжутную пасту от интернет-магазина Royal Forest. Там широко представлены полезные и натуральные продукты, косметика и многое другое. А специально для подписчиков предоставляется скидка 20% на всю продукцию по промокоду. Далее возьму немного гранатового соуса. Он обладает такой яркой кислинкой, поэтому беру немного, так как я его еще буду использовать в заправку для салата. И возьму ароматной кунжутной пасты. Запах просто великолепный. И теперь я все это размешаю, втирая специи в курицу. Накрываю мясо и оставляю мариноваться. И сразу же сделаю заправку для салата, для которой я взяла один зубчик измельченного чеснока. Добавляю кунжутную пасту, гранатовый соус и подсолнечное масло. Масло можно взять оливковое или какое-нибудь другое. Например, сюда хорошо подойдет кунжутное. Все размешиваю. На сухой сковороде я жарю курицу до готовности с двух сторон. Если хотите, можно использовать немного растительного масла. И пока жарится курица, я подготовлю овощи. Пекинскую капусту я нарезаю довольно крупными квадратиками. Далее огурец и зелень. Небольшую луковицу нарезаю тонкими полукольцами. И также тонкими полукольцами нарезаю очищенный болгарский перец. Я выливаю 1 столовую ложку растительного масла на сковороду. Если хотите, можно взять больше. Выкладываю сюда лук. Если вы не любите лук, можно обойтись без него. И к луку отправляю болгарский перец. И теперь перец вместе с луком на умеренном огне довожу не до готовности, а до легкой мягкости. Обычно на приготовление перца у меня уходит примерно 2 минуты. Но опять же, все зависит от того, какой толщины у вас кусочки. Когда перец дошел до нужной кондиции, не выключая огня, отправляю сюда нашу заправку, размешаю. Сюда же огурец с пекинской капустой и с зеленью. И, наконец, курицу, которую я порезала довольно-таки крупными кусочками. Посолю, все быстро размешиваю и выключаю газ. Выкладываю салат на блюдо и сверху посыпаю семенами кунжута. Ну вот, мой теплый салат готов. Он получается очень вкусным, с такой легкой азиатской ноткой. Ну и, конечно, особую пикантность этому салату придает гранатовый соус и кунжутная паста. Посмотрите, какой мягкой и сочной получается куриная грудка. Когда вы ее жарите, переворачивайте с одной стороны на другую несколько раз и постарайтесь не пересушить. Подобным образом можно замариновать любое мясо и приготовить его отдельно, не в составе салата. Пекинская капуста и огурцы становятся слегка мягкими, но внутри остаются хрустящими. Еще раз обращу ваше внимание. Самое главное, не дайте болгарскому перцу стать сильно мягким. Обязательно приготовьте этот салат и не забудьте поделиться впечатлениями в комментариях. А я желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием, встретимся в следующих видео.